Сегодня в стенах нашего учебного заведения будет знаковое событие. Представление, которое показывает театр «Живая вода». Представление о нравственности, о духовности, которое нам не хватает. Программу о сохранении жизни сердцебиения смогли посетить 250 человек. Студенты колледжа, родители и педагоги, школьники. Организаторам было важно понять, насколько удалось изменить отношение ребят к семейным ценностям в целом. Затронули и самый важный вопрос – сохранение жизни детей. Такие темы, они действительно очень аккуратные, и мы стараемся так делать, чтобы это было, как, знаете, прикосновение к этой теме метафорами, через театральные метафоры, чтобы это было прежде всего было и интересно, и чтобы это было как предметом искусства. Театральная постановка «Люлька с крошечкой» помогла подросткам найти ответы на многие вопросы. Актеры постарались передать зрителям глубокий смысл рождения человека и подчеркнули важность семейных взаимоотношений. Врач-гинеколог рассказала молодым людям о вреде абортов и о репродуктивном здоровье. Зачастую разговор с близкими помогает избежать недопонимания и проблем. Нужно более быть ответственными, прислушиваться друг к другу, выслушивать, как бы уметь общаться с людьми и искать помощь, как бы не молчать. Колледжи уделяют немало времени духовно-нравственному воспитанию обучающихся. Ребята встречаются с представителями духовенства, путешествуют по святым местам России. Наставники надеются, что в дальнейшем юноши и девушки смогут правильно расставить свои жизненные приоритеты. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».